Что случилось? На горизонте один из ваших кораблей. Не может быть. Смотрите. Совершенно верно. Идет шхуна Бриг-Пилигрим. Один только гуль может позволить себе дерзость ворваться в порт Окленд при восьмибальном шторме. Недаром говорят, что мистер Гуль лучший капитан вашей китобойной флотилии. Гуль? Это гордость американской фирмы Джеймс Элден и сын. Гуль? Это гуль. Этим сказано все. А почему он возвращается? Не знаю. Во всяком случае, меня это очень устраивает. Я говорю о вспомогательной команде, мистер Уорбит, которой я имел несчастье нанять в Альпарайзе. Любой из них не стоит стоптанного сапога с левой ноги моего юнги Дика Сэнда. Я убил семерых. О чем вы говорите, капитан? На этот раз о китах, мистер Уорбит. Я убил семерых! А где же остальные семь? 120 пустых бочек на борту Пилигрима. Видно ли это дело? Пять моих янки, к сожалению, не в состоянии справиться с семью китами, которых еще мы должны подколоть. Нужны матрос, но первоклассный матрос. Увы, капитан, в разгар охоты вы никого не найдете в Окленде. Никого? Ни единого человека. Тогда до свидания, мистер Варп. Куда вы, капитан? В Австралию! Дик Сент, мы идем в Австралию! Есть в Австралию, капитан!
Дорогой капитан, я хочу вам предложить нечто другое. Что именно, мистер Варби? Немедленно вернуться в Сан-Франциско. Имея на борту 120 пустых бочек? Мне не до шуток, мистер Варби. Я не шучу, капитан. Когда мы уходили от мыса Горнки, ты хохотали нам вслед. Диксент, ты видел, как они хохотали? Да, сэр, они хохотали и плевали нам в корму. Во! Дорогой капитан, я полномочен просить вас не только вернуться в Сан-Франциско, но и принять на борт нескольких пассажиров. Что? Принять на борт нескольких пассажиров. Произошла ошибка, мистер Варби. Мой пилигрим не яхта для прогулок. Я китобой, а не извозчик, и никаких пассажиров я не приму. Прими. Нет. Примите. Нет. Пари. Пари? Что дала? 200. И приготовьте деньги. Миссис Селдон? Женщина! Рада вас видеть, капитан. Мы задержались в Окленде и хотели бы вернуться домой в Сан-Франциско с вами, не дожидаясь парохода с трансокеанской компании. Мисс Селдон, все корабли нашей флотилии, миссис Селдон, были бы счастливы, но... Вот и прекрасно. Я так и думала. Спасибо. Дики. И приготовьте 200. Дик, мой мальчик. Какой он стал большой, загорелый. Что вы о нем скажете, капитан? Не шевелитесь! Умоляю вас, не шевелитесь! Попалась, красавец! Будьте знакомы, капитан. Мой кузен Бенедикт. Уль. Кума! Кума Юзелантикус экстраординар! А, вы занимаетесь естественной историей. Ой, естественной? Никоим образом! Вы слишком обобщаете, дорогой капитан, нуль. Уль, вот да? Именно. Мне одинаково чужды и ботаника, и геология, и даже ваша эта астрономия, дорогой капитан, куль. Уль. Вот именно я говорю куль. Скажу вам больше, я даже не зоолог. Спросите, что же я в конце концов изучаю, дорогой капитан Браунинг? Ага, я изучаю энтомологию, великую науку о насекомых. Кузен. Да. Ваш голубой таракан. Ну, что? Он только что прополз под дверью веранды. Ай! Умоляю вас, не шевелитесь! Не шевелитесь! Все понятно. Это тоже мой пассажир. Увы, мой дорогой капитан Браунинг. Расскажите лучше, когда вы думаете выйти в море? Как только уляжется шторм. Но должен предупредить вас, миссис Суэзен, что если попадется кит... Знаю, знаю. Вы китобой, а не извозчик, а пилигрим не яхта для прогулок. Ведь я все слышала, все до последнего словечка. Хотя и находилась на другом конце дома. Неужели я так громко говорил, мистер Вар? Громко? Громоподобно. Вы еще ничем не провинились. Я вас слушаю. Я служил на лучших пароходах линии Марсель-Гонконг. Я в совершенстве знаю французскую кухню, капитан. Мне нужны моряки, а не спаржа в майонезе. Я приготовлю вам любое блюдо из самой заурядной рыбы. Пассажиры будут довольны, капитан. Пассажиры? Ручаюсь вам. Вы правы, 400 чертей. Они должны быть довольны. Как вас зовут? Негоро. Себастьян Негоро. Отлично. Я беру вас на борт, Негоро. Обед в 7. Есть, капитан. Прошу вас, мисс. Эки. Лежит на той волне,
придется мне пронзить его насквозь. Мое копье легко летит, птица пронзит, эгей, скорей. Спускайте бот, гребцы вперед, добычи будет хит. Болтон, штурвал. Вы опять ошибаетесь, адмирал Уэлл. Океан пуст, как никогда. Да ты не туда смотришь, не тут, а там. Простите, шеф. Кричи, ты первый увидел. Что, а что кричать? Кричи так, плавучий предмет по правому борту. Какой же это предмет? Тогда это кит, кит, мамочка, кит. Кит? Не может быть. Разумеется, я бы предпочел видеть перед собой любого представителя полужескокрылых. Например, блоху? Хотя бы. Но на этот раз перед нами кит Дакуси. Перед нами гигантское млекопитающее, именуемое в просторечии китом. Посмотрите сами. Вот медно-красная чешуя на спине. Вы правы, мистер Бенедикт. Ага. Вы правы. Перед нами настоящий 500-тонный трехмачтовый кит с медной обшивкой на борту. Что вы хотите сказать? Это корабль, потерпевший крушение. Корабль? Да. Кит! Спящий кит, уверяю вас! Ах, кузен! Внимание! Дверь! Кто-то там кричит на том корабле! Мне кажется, лает собака. Шлюпку на воду! Держись, собачка! Держись! Они живы, миссис Селдон, и мы их спасем. Сандерс! Каждому воды и немного рома. На этот раз им повезло, беднягам. Почему? Негры, ценный товар. Товар? Но вы забыли, капитан, что рабство уничтожено в Америке? В Америке, да. Я сам за это дрался. Но кроме Америки, миссис Элден, есть и другие страны. Вот, например, Африка. Африка? Да, экваториальная Африка. Страна работорговцев и невольников. Но, капитан... Какая страна? Вы под американским флагом. Боже, благодарю тебя. Вам нечего бояться, друг мой. Кто вы? Граждане Соединенных Штатов. Работали в Австралии. Возвращались домой. Что случилось? Вальдиком. Вас, капитан, об этом страшно вспомнить. Большой корабль пробыл на борт и ушел, не оказал помощи. Потом был шторм. Океан велик. А мир жесток. А какая собака? Где Бенедикт? Я так полагаю, Джеки, что это, безусловно, четвероногая позвоночная. Точнее, собака из породы так называемых австралийских динго. Динго? Тебя зовут Динго? А мне Джек Уэлдон. Ну дай лапу, Динго. Ну дай. Ну дай лапу, Динго. Егора! Егора! Откуда собака знает вас? Об этом надо спросить у собаки. Юнга. Капитан! С.В. 12 февраля 1873 года. 6 часов вечера. Курс Норд-Ост. Все спасенные живы и спят. Старшего зовут Геркулес. Мне уж то было его одеть, капитан. Он слишком велик, он как кит. Ни слова о китах, Дик. Поговорим о собаке. Капитан, разрешите предложить Дику чашку кофе? Пожалуйста. И кекс?
Они все говорят, что собака не принадлежала капитану Вальдеку. Он подобрал ее на африканском берегу, где-то в устье Конго. Конго? Да, так сказал мне старый Томас. Совершенно верно. Это случилось в устье Конго. Что именно, капитан? 2 года тому назад, мисс Уэлдон, газеты сообщали о таинственном исчезновении именно в устье Конго одного французского исследователя Африки... Я принес кофе. Возьмите поднос, да? Капитан, вы не успели назвать имя путешественника. С.В. Самуэль Вернон. Когда-нибудь суеверным, Дик Сент. Если не быть суеверным, позвольте доложить, капитан. Что случилось, мой мальчик? 100 бочек жира гуляют рядом и просятся на борт. Кто еще просится на борт? Он. Кто? Даже не поминать. Где? Там. Кит. Всем китам кит. 20 метров. 20 метров, полосатик. Гарпуны в порядке? Отлично смазаны, капитан. Острога, копья? Сверкают, как солнце. Так что ж вы стоите? Шлюпку! Есть шлюпку! Есть шлюпку! Вы мой мальчик. На этот раз ты со мной на охоту не пойдешь. Не пойду? Да. Ты останешься здесь, вместо меня, Дик. Только тебе я доверяю, Пилигрим. Будь осторожен и тверд, 15-летний капитан. Есть, сэр. Ну, иди. Командуй, торопи людей. Есть, есть, капитан. Дорогой капитан.
А не найдется ли на коже этих млекопитающих? Каких-нибудь особых прямокрылых насекомых. Вот именно, дорогой капитан Буль-Буль. А сразу, ой! Я предоставлю всю кожу в ваше распоряжение, профессор. Благодарю вас, благодарю вас. Капитан поднял гарпун. Ой. Не волнуйтесь, миссис Уэлдон, промаха не бывает. Размахнулся. Вот-вот сейчас. Попали, попали! Молния! Самое главное сделано. Тище нырнул. Теперь он поведет их за собой. Только б недалеко. Только б недалеко. Ветер идет! Капитан! И беда! Успеем! Далеко. Очень далеко. Ничего не видно. Нет. Хороший океанский шторм идет. И дождь. А что же дальше? Дальше. Погибли, миссис Уэлдон. Погибли? Да. Ветер крепнет, и я вынужден прервать поиски. Я возвращаюсь на старый курс. Приспустить флаг. Да, это был настоящий охотник. Мальчик, сможешь ли ты найти дорогу в этом страшном океане? Капитан научил меня управлять парусами и понимать указания карт. Я поведу корабль по компасу. Только бы нам достигнуть Америки. Мы дойдем, миссис Уэлдон. Надвигается шторм. Я хотел бы поговорить с капитаном. Разве вы не знаете, что капитан Гуль погиб? Простите, миссис. В таком случае с Юнгой хотя бы. Здесь нет Юнги. А кто же здесь? Кто командует этим кораблем? Я. Вы? Капитан в 15 лет. Да, я, мистер Негоро. Капитан в 15 лет. Что же прикажете подать вам, капитан? Молочка? Или манной кашки? Негоро! Прежде всего, встаньте как следует, кок. Я требую от каждого, кто находится на борту Пилигрима, полного повиновению капитану. Вам ясно?
мне не может быть. Сойдите с мостика и займитесь вашей кухней, мистер Негоро. Слушаю, сэр. Ступайте вниз! Вниз ступайте! Вот! Летучий голландец? Предвестник гибели корабля? Не может этого быть! Надо быть суеверным, Диксент! Глупости! Сказки! Дядюшка Том, вы когда-нибудь слыхали о летучем голландце? Нет? А вот сейчас там, наверху, на Рее, я... Дядюшка Том, вы спите? Что же это у вас, дядюшка Том? Клонились от курса на 4 румба. Вам надо отдохнуть. Геркулес, замените его. Капитан Сэнк, я принес вам кофе по-турецки. Поставьте на стол. Ай-яй-яй, какое несчастье! Разбился запасной компас. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Слава Богу, что остался секстант. В опытных руках. Вы свободны, Негоро. В опытных руках. Находимся. Мы где-нибудь здесь. Так близко? Да, но я не могу сверить показания путевого компаса. Запас не разбит. Остается секстант, но я не умею с ним обращаться, миссис. Течение могло отнести нас в сторону. Но это не страшно. Земля перед нами. Она может открыться каждую минуту. Смотрите, миссис. Американский континент как барьер преграждает нам путь от мыса Горн до Сан-Франциско. Я делаю все, что умею, миссис Уэлл. А это вот так мало. Ты делаешь больше, чем может сделать человек в твоем возрасте, мой мальчик.
Как вы себя чувствуете, адмирал Уэлдон? Благодарю вас, почти прекрасно. Я хотел бы быть вам полезным. Дик, а куда пропала Америка? Ее караулит Геркулес. А разве она может убивать? Мас, капитан, прошу вас наверх. Земля? Туман. Помоги! Помоги! Спасибо. К штурвалу? Что вы здесь делали на гору? Гулял, дышал воздухом, любовался окрестностями. Я запретил вам показываться у штурвала. Такого правила на кораблях нет, молодой человек. Теперь оно есть. Если вы посмеете его нарушить, я застрелю вас на месте. Масса, капитан, разрешите мне вывезти этого повара на завтрак акулам. В последнее время он мало интересуется кухней. Да ты! Геркулес! Черный обезьян. Куда девалась земля, масса, капитан? Земля? Нет ли здесь колдовства, черный брат? Я был здесь. Сегодня? Сегодня я иду над землей? Подо мной города? Горная цепь? Анды? Я прошел Чили? Чили? Что это значит? Где я? Где же я, капитан? Третья заповедь шкипера. Капитан, потерявший уверенность в себе, теряет власть. Теряет власть. Масадик! Масадик! Держать старый курс. Старый курс. Нордост 38. Да! Нордос 38. Но где? Пирожки для вашего сына, миссис Уэлдон. Нельзя ли немного пресной воды для Джека? Увы, ни капли. Цистерны пусты со вчерашнего дня. Земля! Земля! Я вижу густой лес, зеленые поляны, множество ручьев. Земля! Земля! Капитан Усенда, и бегу! Ура! И бегу! Ура! Миссис Уэлдон, пилигрим идет вдоль пустынного берега. По правому борту непрерывная цепь подводных камней. И нет даже бухты, куда бы мы могли укрыться. Укрыться? Да.
Шторм прижимает нас к земле. И ты хочешь уйти в океан? Бороться вдали от берегов? К сожалению, это невозможно. Ты решил? Ну, говоришь, Дик. Чтобы спасти людей, миссис Уэлдон, я хочу перепрыгнуть рифы на большой волне, не дожидаясь, пока шторм разобьет нас о камни. Ты взвесил? Обдумал? Да. Иного выхода нет. Тогда действуй, мой мальчик. Мой капитан. Раздать пояса! Не волнуйтесь. Спокойствие. Полное спокойствие. Геркулес, всех наверх! Скажите, где мы находимся? А вы потерпели кораблекрушение? Знаю. Видел? Это был прыжок изумительной смелости. Боливия. Где же мы все-таки находимся, мистер? Гаррис. Меня зовут Артур Гаррис, мой юный друг. Неужели вы не знаете, где вы находитесь? В Южной Америке, конечно. В Боливии. Совершенно верно. Почти на самой границе Чили. Как это замечательно? Скажите. Но я хотел бы пожать руку отважному капитану. Я был капитаном этой шхуны. Вы? Да. Сударыня. Дик Сент был нашим капитаном на шхуне и продолжает оставаться нашим капитаном на берегу. Прекрасно, прекрасно. Скажите, вы боливиец, мистер Гарри? О, нет, миссис, американец. О. Моя гациенда Сан-Феличи рядом. Не более двух суток типа над вашим слугам, миссис. О, и мы сможем оттуда послать телеграмму по Фриско? Да. Ну, разумеется, из Атакамы. Не более двух суток пути от моей гациенды. Дик, мы принимаем приглашение мистера Гарриса, не правда ли? Мне не хотелось бы удаляться от берега. Кроме того, на шхуне остались еще вещи, ценности. Тогда торопитесь, мой юный друг, торопитесь. Скоро начнется прилив. Откуда вы, сеньор? Тише. Меня зовут Негоро. Отлично. Откуда же вы? Я гостил у англичан в Новой Зеландии. Мы так и думали. А груз? Все конфисковано, Гаррис. Какое несчастье, сеньор. Негоро, только Негоро. Но объясните мне, сеньор Негоро, что общего вы эти нахальные янки? Слушайте меня внимательно, Гаррис. У меня есть виды. Эта женщина и ребенок могут стать... Геркулес! Я здесь, мать, капитан! Немедленно задержать Негоро! Есть немедленно задержать и убить Негоро! Да. Если он окажет сопротивление. Они возвращаются. Ну, значит, мне пора уходить. Прошу вас наказать моим драгоценным друзьям самый сердечный прием ваших южноамериканских владений. Будьте уверены, я поведу их через лес к болоту. Прекрасно, я приду туда берегом. Берегайтесь мальчишек капитана и профессора. Они могут испортить все задуманное дело.
Приласкайте собаку. У вас есть сахар? Есть. Отдайте весь запас. Прекрасно. Все понятно без слов. Должен признаться, что негодяй не понравился мне с первого взгляда. Но он уже не вернется, мой юный друг. Его съедят аллигаторы. Но со мной вам нечего бояться, миссис. Я поведу вас чудесными лесными дорогами. Путь, миссис Уэлдон. Путь, моя крошка. Путь, капитан Сент! И вы никогда не были в Боливии, мой юный друг? Нет. Мы били китов в юго-западной части океана. А миссис Уэлдон, профессор? Тоже нет, насколько я знаю. Мистер Джарри! Мистер Джарри! Гаррис, к вашим услугам, профессор! Разумеется, это не относится к моей специальности. Так. Но я не вижу. Что именно, профессор? Ни хинных, ни каучуковых деревьев. Да. А между тем, именно в Южной Боливии... Помилуйте, профессор, вот они перед вами. Вот. Где? Вот. Осторожно, осторожно. Мистер Бенедикт. Мои очки. Какое несчастье, профессор. Проклятая коряга. Мои очки. Ну вот, но теперь я ничего не вижу в трех шагах. Для меня пропали все красоты Боливии. Когда еще соберешься сюда? По крайней мере, вы теперь не будете удаляться от нас, мистер Бенедикт. Что такое? Находимся где-то в окрестностях моей гасиенды, но я не узнаю. Вы заблудились? О нет, я повел вас ближайшей дорогой. Но мне кажется... Дорога стала длиннее. А не пойти ли мне вперед одному на разведку? Нет, мистер Гаррис, нам не следует с вами разлучаться. Как хотите, но я боюсь опять ночлег в лесу для миссиса и малыша. Пусть еще один ночлег в лесу. Как вам угодно, как вам угодно. Теперь только завтра мы будем у ворот моей гасиенды. Там когда еще порт Кальяда, пароход до Сан-Франциско. О, Сан-Франциско. Сан-Франциско? Сан-Франциско. Север, юг, все правильно, все правильно. Я вел корабль по правильному курсу. Мастер Дик! Всем оставаться на местах.
Скорее, мастер Дик, смотрите. Вы видите? Вижу. Это не Боливия, это не Чили. Это страна не Америка, это Африка. Молчите, Геркулес. Молчите ради миссис Уэлдон. Африка. Африка. Никто не должен знать об этой страшной правде. А теперь возьмите Динго и возвращайтесь в лагерь. Тихо. Масса Дик, готова. Пошли. Что случилось? А где же Гаррис? Его здесь нет. Поднимайте людей, собирайте вещи. А где же он? Гаррис бежал. Он заодно с Негоро, он подлый предатель. Так значит, Гациенда... Все ложь, миссис Уэлдон. Здесь нет ни Гациенд, ни городов, ни дорог. Здесь... Она укусила меня. Вот она. Я рассмотрел ее в луп. Что это? Африканская муха, ТТМ в Южной Америке. Мировое открытие. Или я сошел с ума? О, миссис Уэлдон. Теперь я все поняла. Что делаете? Осторожно, осторожно! Это же муха! Черт возьми, ай! Его величеству, Мани Лунгу, мне тоже надоели эти дожди. Передайте его величеству, что я согласен. Пусть зовет колдунам Гангу. Пусть зовет кого хочет. Его величество хотел бы знать. Ясно. Приму ли я участие в молитвах? Приму. Жертвоприношения. Нет. Не дам. Люди стали дороги. Пришлю бочонок рома и старую лошадь. Так и скажи. Ступайте. Ступайте все. Я стар. Я понял. Сеньор Альвис. Боже мой.
Сеньор Парейра? Рад вас видеть без веревки на шее. Мы понесли большие убытки, Альвец. Мою шхуну захватили англичане. Проклятие! Я уж начинаю привыкать к дурным вестям. Но я пришел не с пустыми руками. По какому праву вы заковали в кандалы экипаж американского корабля? Что вы намерены с нами делать? Продать. Продать? Разумеется. И вы, и ваш мальчишка, и даже Эд Мухолов, вы все конкретная коммерческая ценность. Вы забываете, что мы свободные люди? Нет, миссис, это вы забываете, что это Ангола, а не Пятая Авеню в Нью-Йорке. Ангола! Ангола, миссис! Какой же вы негодяй, Негоро! Негоро? О, нет! Я не Негоро! Я капитан Себастьян Феррейра! Слыхали? Или нет? Торговец черным деревом, негоциант, компаньон великого Альвеца. Знаменитые путешественники специально приезжают в Анголу, чтобы писать о нас свои книжонки. Это только удвоило цену. Может, вы желаете утроить? А может, подумаю, не обещаю. Может, любезнейшая миссис, я прикажу вам готовить мне утренний кофе. И, скажем, спаржу в майонезе. Убрать! Тогда, дорогие друзья, я подложил под компас, угадайте что, железный топор. И компас стал показывать не весь какую чертовщину, весь северо-восток, юго-восток и так далее в этом роде. Клянусь сатаной, Альвец, я сделал это вовремя. Мы чуть было не столкнулись с английским корветом, шедшим прямо на нас. Черт их возьми. Этот щенок виноват. Капитан Сэн так поспешно стал выравнивать свой курс на юг вместо севера, что только мачты трещат. Ну, англичанин скрылся, дальше все пошло прекрасно.
Мы обогнули мыс Горн, жестокую метель и шторм. Ну а капитан Сент, наверное, решил, что вся Америка пошла к чертям на дно. Маленький Янки, вы мне его подарите, сеньор Перейра? Он ваш. А что так? Потом, конечно, я вытащил топор. Но уже не в Тихом, а в Атлантическом океане. И я попал прямо в объятья Гарри. Капитан Сет, не угодно ли барашек по-африкански? Сеньоры! Себастьян Перейра! Снова с вами. Он пьет за здоровье великого Альвеса, некоронованного короля Анголы. Капитан Сэм, мой юный друг, или пусть выпьет. Ну, где миссис Уэлдон? Вы мой юный друг. Ее постигла страшная утрата. Джек умер? И она тоже. И профессор, и маленькая крошка. Они погибли? И все это я видел сам, своими собственными глазами. И кажется, я не переживу. Да, не переживешь! Он мой! Отдайте мне вальвец! Подарки не возвращаются, Перейра! Слово есть слово! Отдайте, вальвец! Он мне нужен! Этот мальчик вылечит меня от ревматизма. Передайте его величеству Муани Лунгу, что я завтра принесу его в жертву, заменив им старую лошадь.
суше и в воздухе, на воде и под водой, капитан всегда остается капитаном, верным закону морей. Погибли. Они живы, Масса Дика, живы. Живы? Живы! О, там летит. План встречи, Масса Дика. Передай привет самому Эйвернону! Нянечка, а я теперь сильнее Геркулеса. Я рассердился и прогнал лихорадку. Мамочка, а где мой друг, капитан Сэм? Ребенок ничего не должен знать о гибели капитана Сэнда. А вы уже знаете, тем лучше, разговор будет короче. Ну, я наконец придумал, кому вас можно продать. И очень недурно заработать. Молчите? Не беда. Ваш будущий хозяин заставит вас заговорить. Потрудитесь встать, сударь. И снять шляпу, когда вы говорите с дамой. На! Поставьте, кузен! Уйдите! Разве вы не видите, с кем вы имеете дело? Заговорила. Какой негодяй осмелится купить белую женщину, даже в этой стране? О, этот господин осмелится. И даже очень осмелится, ручаюсь вам. Кто же? Некий Джемс по фамилии Уэлдон. Да-да, ваш муженек. Что же вы не падаете в обморок? Не целуете мне руки, а? Каким образом? Намерены вы это сделать? Очень просто. Я сам поеду в Америку. Вы? Да, я. На этот раз в качестве вашего преданнейшего слуги, спасшего вас во время крушения брига. Это обман. Вымогательство. Наоборот. Нормальная коммерческая сделка. Я вручаю письмо от вас, которое вы мне сейчас напишете. Никогда. Пишите. Нет. Джеки! Мама! Ну-ну. Пишите. Дорогой Толстячок. И простите, как вы называете вашего достопочтеннейшего мистера Уэлдона? Эй,
О, Джеймс, этому самоотверженному и благородному человеку ты обязан жизнью самых близких тебе людей. Его доброта к нам... Я описую. И эти деньги не слишком ли это малая награда за нашу жизнь и счастье? Как это справедливо! Я плачу, сеньор Феррейра! 150 тысяч долларов и ни одного цента меньше. Две шхуны с полным грузом, которые придут сюда под моей командой. Одна из них моя? При одном условии. Вы будете беречь эту миссис, как зеницу ока. Я буду беречь ее, как собственную кассу. Спасение, миссис Уэлден. Скорее берегом реки к океану. Правильно. Только там мы будем в безопасности. Правильно, мастер-капитан. Масса, Дик, что с Дингл? Не знаю. Лаллы, в 20 милях от берега Конго, меня тяжело ранил и ограбил мой проводник Негоро. Я умираю. Самуэль Верно, С.В. 3 декабря 1871 года. Thank you.
хижину. Еще раз. Они приближаются. У меня нет больше патронов. Я всю жизнь имел дело с булавками. Где мое место, капитан Сент? Здесь. Арре! Проклятие! И домой! Домой! Капитан Гуль! Я здесь, мой мальчик! Капитан, откуда вы? Каким образом? Все было очень просто, миссис Элден. Меня подобрал английский фрегат. О, фрегат? Я принял его за призрак, за летучего голландца. Не надо быть суеверным, Дик. А дальше Оклендский суд установил имя этого разбойника, Негора. Феррейра, Себастьян Феррейра. Да, пират, от которого можно было всего ожидать. И тогда друзья помогли мне. 15 китобойных шхун блокировали Казанде. И ваше страшное путешествие закончилось. Спасибо, капитан. Ну, что вы скажете о моем воспитаннике, о моем маленьком Дике? Он вел себя как настоящий капитан. Что вы, миссис Уэлд, если бы я знал все, что должен знать настоящий капитан, сколько бы несчастья можно было бы избежать. Все хорошо, мой мальчик. Все живы, значит, все в порядке. Так говорит морской закон. Дорогой капитан, прошу. Поверьте моему слову, миссис Элден, что этот мальчишка, я имею в виду капитана Сент, скоро будет гордостью американского флота. Именно это я и хотел сказать, дорогой капитан. Винчестер. Гуль. Гуль. Именно гуль.